Hello, my friend! Спонсор выпуска — канал English Galaxy. Ребятки, если у вас проблемы с английским языком, заходите на канал English Galaxy. Видеокурс английского языка простым языком. Все четко, понятно, сам смотрю, рекомендую. Ссылка на канал будет в описании. Тарам-пам-пам! Ребята, всем здорово! Сегодня у нас посылка от подписчиков. Приехал вот такой вот целый коробище, который перемотан в бумагу от тетрадки. Наверное, прислали блогеры какие-то. Сейчас мы посмотрим. Приехала она из города Черновцов. Прислал Лазурко Е. Ильич. Вот, оценили в целых 100 гривен. Написано «Побутові речі». Но сейчас мы посмотрим, что там за речи. Что там вообще такое у нас лежит. Когда я посылку забирал, сразу заметил, что она как-то не так упакована, как все. Скорее всего, это была упаковка с какой-нибудь обуви, потому что мне сразу напомнило какие-то коробок с кроссовок и так далее. Но сейчас будем смотреть и удивляться, что же нам в очередной раз прислали. Так, коробка эта, как видите, влезла на стол, поэтому она пока проходит. Остальные коробки, да, в принципе, их там немного, одна или две, которые ждут уже нового формата, потому что на этот стол, но они никак не влезут. Если вы слышите дрель, спасибо нашим главным спонсорам, я не знаю, какому-то бренду дрели, которая преследует вокруг. Мне кажется, я даже в машине, когда еду и слышу звуки дрели. Может, это, конечно, глюки, но да ладно. Привет, Игорь, как сам? Отлично! Вот мы решили тебе снова отправить посылку. О, уже отправляли. С удовольствием тебя смотрим. Посылка обычная. Да что ж такое, я надеюсь, вы это не слышите. О, блин. Посылка обычная, есть немножко сладостей. Мы желаем тебе удачи и 1 миллион и одного подписчика, и 1 миллиард коммерческих просмотров. Да вообще крутяк. А также у нас есть свой канал, называется Фос Вайн, наверное, так. Ссылка есть, с уважением, удачи. Ссылка на ребят будет в описании. Не знаю, что они там снимают, зайдете, посмотрите. Упаковано все, ребят, профессионально. Как раз бы ребята, которые сейчас сверлят, оценили бы, наверное, эту упаковку. Вот, семья строителей, такое ощущение, что отправила. Это такой уплотнитель, это поролончик. Вот, поролончик мы убираем. Ух, нифига себе, мне Библию прислали. Ого-го-го. Вот это вот подарочки. Так, давайте, наверное, и начнем с этого. Ну, ребят, такого еще мне никто не присылал. Это очень крутой подарок. Это Библия старого и нового заповиту. Очень такая все. Такие. Здесь в начале просто листики очень тоненькие. Ребят, ну, блин. Огромное спасибо, это очень такой, знаете, подарочек. Я бы даже не сказал бы, что это, наверное, подарок, какой-то презент, можно сказать. Эта книжка обязательно будет на полке, которую я вам показывал. Периодически я буду показывать вам полку, как она увеличивается или уменьшается. Многие спрашивали меня о тех вещах, которые раньше присылали, которые я еще был дома в Донецке, когда был, там присылали много всяких, ну, например, а вот мне писал подписчик: где, Игорь, машинка Subaru? Вот она осталась там, я, понятно, ее не забирал. И много вот таких вещей просто рассеялось, можно сказать, по всей Украине. Но все, что сейчас приходит, самые вот такие вот подарки, все будут стоять на полке. Периодически я буду показывать, и каждый подписчик сможет узнать свой подарок. Огромное, ребят, спасибо. Ну, блин, здесь без слов. Спасибо огромное. Так, смотрим дальше. У нас здесь сладости. Это кола Игорь. Немножко она так поцарапалась, где-то ее этот кидали. Колу Игорь. Слушайте, она не только поцарапалась, тоже что кидали. Смотрите, прям вогнутая. Как она не взорвалась, вот было бы прикольно. Кто вот эту колу бросил или в пачке, чтобы она выстрелила кому-нибудь, был бы прикольный фонтан. Вот, эту колу я уже не буду ставить, потому что я ее просто выпью. Там люди оценили, люди, подписчики оценили то, что стояла бутылка и была с колой. И один из комментариев был: Игорь, выпей колу, оставь пустую бутылку. Но я решил, пусть будет, так прикольнее же смотрится, чем просто на полке пустая бутылка. Спасибо большое. Здесь у нас сразу сейчас по напиткам пройдемся. Это Фанта с апельсиновым соком. Вот, ну, короче, все круто. Спасибо большое. Так, дальше у нас
Сухие закуски, это супер контик ванильный, супер контик с орехом, печенье, если кто не знает, есть такое. Дальше у нас мультикейк, вот такое печенье сахара с молочно-кремовой начинкой. Ой, давно, я реально, вот честно скажу, ребят, я постоянно упоминаю, что сладости я вообще не покупаю. Ну реально, то есть то, что вы присылаете, и когда я особенно забираю огромные коробки, ну реально там коробищи, которые, блин, понятно, что там не будет чего-то такого неординарного, там будет еда, сладости, напитки, и я уже понимаю, что все окей, на месяц вопрос закрыт. И огромное спасибо всем, кто присылает. С одной стороны, хватит мне, да, такого присылать. С другой стороны, я реально вопрос сладости просто закрыт у меня. У меня есть всегда, что выпить с чаем, у меня есть всегда, что перекусить. Ну, короче, за счет вас, собственно, грубо говоря, вопрос со сладостями закрывается мгновенно. Вот такой вот круассанчик. Недавно приезжало 3 круассана, зашли вообще отлично, в то время, когда вроде ничего не хочется употреблять, но когда ты видишь круассанчик, пробуешь, какой он мягенький, ну и, короче, все получается. Отношения с ним складываются отлично, спасибо. И здесь у нас коробка еще, это у нас бонжур. Такие конфеты еще в школе мне выдавали, когда я учился. Это было давно и неправда. Так, это у нас где-то делались. Ну, выдавались они, насколько я помню, всем учащимся. Если кому-то тоже выдавались, если кто из Украины, подписчики, напишите, выдавали вам в школе такие конфеты или нет. Потому что нам выдавали и на Новый год, и еще на какие-то праздники всегда выдавали бонжур, и сидели в классе, распаковывали коробки, и все топтали, потому что это сейчас, например, у меня уже к сладостям такого ажиотажа нет, а в школе, понятно, если тебе дают коробку вот таких вот, это печенье, конфеты такое непонятное, то есть здесь и печенье прослойка есть, сверху типа зефира, и между печеньем зефиром аж слюнки потекли, блин. Джем. Вот, и такая получается вкусная штука. Я вообще не понимаю, как вы смотрите вот этот плейлист по ссылке от подписчиков. Я бы постоянно, если бы я смотрел бы такое, я бы постоянно что-нибудь бы употреблял. Потому что есть, я смотрю, например, Обломова, там бывает не каждый выпуск, и когда он там что-то готовит или заказывает, тестирует еду, короче, вот я просто сижу, и у меня слюнки текут, и особенно это когда происходит вечером, это, конечно же, жестяк. Поэтому я рекомендую всем всегда чем-нибудь запасаться, элементарно сделать какой-то чаек, потому что то, что присылают мне, всегда вкусное, сладкое, и просто смотреть на это нельзя. Все, здесь пустая коробочка. Огромное спасибо парням за такую посылку. Посылка быстрая, уместная, и то есть и все успели, и подарили, вот такие крутые подарки. Огромное всем спасибо, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждем следующего ролика. Уже пытаюсь перейти на новый формат. Все, в принципе, есть для посылок от подписчиков. И вот думаю, может, следующее или через одну уже буду снимать в новом формате. Потому что для посылок из Китая мне едет одна штука. Да что там скрывать? Едет, скажите мне, стойки для хромакея. Они как-то обкатали уже полмира и в Москве побывали. Короче, как всегда, когда нужно тебе что-то срочно, это едет очень долго. Поэтому, как только приезжают вот эти стойки, мы начинаем абсолютно полностью все в новом формате снимать. А скорее всего, посылки от подписчиков вот в новом формате выйдут первее, чем посылки из Китая. Потому что где-то эти стойки едут, катаются, и дабы не тянуть время, следующий или через один ролик, или через один, ну вот, короче, в ближайшие 2-3 ролика вы увидите уже посылки от подписчиков в новом формате. Всем спасибо, всем удачи, кушайте сладости, не болейте, всем хорошего настроения, пока-пока.